Миша, завтракать. А что ты вздыхаешь-то? До зарплаты еще 4 дня, а мне 2 рубля осталось. Ну ничего, первый раз, что ли, перебьемся как-нибудь? Ох, придется опять стрельнуть кого-нибудь. От кого я такая безалаберная? Кому не дано, тому не дано. За это, наверное, меня отец твой оставит. Ой, Миш, опаздываю. Сегодня генеральный прогон. Велено всем пораньше прийти. Пока. Миша! Миш! Здравствуйте. Привет. Генка был у тебя? А что? А то, что он пришел в 1:30 домой, от него пахло спиртным. Миш, я с тобой разговариваю. Извините. Здравствуй, Миш. Здрасте. Можно я воспользуюсь твоей машиной? Я только к Люсе и обратно. Давай так быстрее. Сынуль, веди себя хорошо. Здорово. Здорово. О чем это вы тут? О том, что у тебя мусор в голове. Аут, папа. Мы в школу опаздываем. Пока. Каждый день изводит. Мне эта математика как азибаян. Ну а что ты ее не бросишь? А форма? Грозится. Брошу мат-кружок, плакала форма. Там полное снаряжение. Красота, ослепнуть можно. Ну и сколько тянет твоя фирма? 600. Да, каждый сходит с ума по-своему. Зато какая фирма? Ну и какая же, Адидас? Сам-то Адидас. Деревня. Ребята! Мальчишки, ку-ку. Привет, неотразимая. На тебя глядя просто ослепнуть можно. Для вас стараюсь. Ну, вообще это чувствуется. Мишка, сними. Не стоит, на пленке хуже получится. Еще вот, не тебя же леди просит. О, бонжур, ангелочки. Один целуется, а другой фиксирует. Гена, отзынь, у меня это получится эротичнее. Дистрофан. Понял, понял, понял.
Жизнь из вас просто фонтаном бьет. Получилось? Получилось. Детям до 16 смотреть запрещается, после 40 тоже. Значит, папе с мамой не покажем. Миша, а ты не хочешь со мной сфотографироваться? Я думаю, Генка нас снимет. Пленка кончилась. Бери, хорошая машина. Класс. Да что в ней хорошая? Это нормальная машина. Класс. Сколько лет? Нормально, 8 лет. А выход? О, нормально. Нормально. Сколько хочешь? 700 рублей прошу. Чего? Сколько? Бай, палки. Ну, да, еще. Ну-ка, отзынь, пальцы. Китача? Класс. Офо. Тоже мне. Слушай, классная тачка. Ну, что ты слушаешь? Бери. Центровой мафон. Мафон центровой. Ну, что ж. Это хорошо. Да, тоже. О, оригинально. Это неплохо. Это тоже. Где подсмотрел? В Тучково, на прудах. Ага. О, настроение есть. О. А это просто замечательно. Послушай, Михаил, а почему ты так мало портретов снимаешь? Не знаю. Почему? Ведь что может быть прекраснее человеческого лица? Не знаю. Слишком много плохого я в них вижу. Вот ты какой. Плохое видишь, а хорошее? Очень мало. Даже в тех, кого любишь? Мне бы не хотелось отвечать на это, Сергей Матвеевич. Как знаешь, не хочешь — не отвечай. Подожди-ка. Посмотри. Нравится? Муж Сергей Матвеевич. Здравствуйте, Сергей Матвеевич. Здравствуйте, Сергей Матвеевич. Заходите, что делать будем сегодня? Здравствуйте. Да. Камера. А откуда? Что это? Да, GVC, да. Система SICAM. Будем снимать на видео. О. Да, здорово. Отлично. Сергей Матвеевич, а сколько может это стоить? 1500. Ух ты. А чья это камера? Да. Ваша, ребята. Ура! Ваша! Здорово. Здорово. Теперь будем снимать. Хорошо. Будем снимать. Да. Здорово. Дай посмотри. Отлично. Ух ты, что там видно? Ну, дай посмотри. Ну что, ребята, будем снимать фильм? Зачем? За парки лучше. Да, лучше во дворе у нас. Во дворе интереснее. Ну что, тебя долго ждать? Сейчас. Сергей Матвеевич, а о чем будет фильм? Придумайте сами. Старт принимает участник под номером 4 Карасев Александр, кандидат в мастера спорта «Динамо Москва». Старт! Приготовится участнику под номером 8 Волков Владимир, кандидат в мастера спорта «Общество Спорта». Старт! Сейчас Генка прыгать будет. Старт принимает участник под номером 11 Куликов Геннадий, кандидат в мастера спорта «Спартак». Старт! Как здорово! Сними, Мишка. Ну, сними. Молодец. Потрясающе, правда? А ты так смог, Мишка? Под номером 13 Генка. Как говорили древние римляне, лучше ничего не делать, чем делать ничего. Да лыжи. С
скольжения никакого, не катит. Че, это нормальные лыжи, как у всех. Вот именно, как у всех. Какие дивные блинчики. Генка, тебя же ни одна жена не прокормит. Придется завести двух. А, Майкл? Если заводить, доедай. Я думаю, лучше трех. Ну, это вообще люкс. Да кому вы нужны? Не скажи. Одна будет посуду мыть. Вторая пол драить. Ну, а третья носки стирать. А вот это мне нравится. Ну-ка, дай. Лучше бы ты снял, как я с трамплина прыгаю. Очень клево получится. Эту бодягу все снимают. Кому сейчас нужны твои сюжеты? Не знаю. Ну и дурак. А мог бы приличные бабки делать. Сколько мне надо, я делаю. Ой-ой-ой, Мишка у нас самостоятельный. Да чушь это все. Надо делать то, за что больше денег платят. И тогда ты на коне. Ну а чё ж тогда от математики-то бегаешь? В перспективе это большие бабки. Тебе легко говорить, а меня от нее вообще уже тошнит. Зачем я тебя люблю? Ну, вся компания в сборе. Здрасте, Аглая Антоновна. Здрасте. У вас всегда дивные блинчики. Разрешите? Сейчас свеженьких напечу. Не надо, мам, мы спешим. Куда? Дела, Аглая Антоновна, дела. Time is money. Жаль. Ну что, дамы и господа, как время-то проведем? А ты что предлагаешь? Добавляй, Майкл, в дансинг сползаем. У меня тоже пятерка есть. Я не пойду. Почему? Ну, там одно драгоножество и рукомашество, брейк-дансирование. А потом и денег нет. Ну, у нас же есть деньги, Миш. Да не в этом дело. Просто, извините, дамы и господа, на чужие не гуляю. Миш, ну брось выдрючиваться, пошли. Нет уж, хватит и того, что твой папашка заявляет, что я дурно на тебя влияю. Пусть теперь на тебя влияют другие. Ну ты чего несешь-то? А ты у своего папашки спроси. Ну ладно, дамы и господа, желаю приятно провести вечер. Ну и дурак. Строится вся гений. Обиделся. Да ну его, Печорин паршивый. Пошли. Катимся. Окей. Куда прикажете? Куда? Вперед! Вот тебе за труды. Так. Мурин, не брызгай. А здесь лишние деньги. Ну, а мы договорились по рублю за снимок. Мамаша Семенова была так довольна фотокарточками, что добавила тебе еще трешник. Нет, лишних я не беру.
Смотри-ка. Миш, слушай, а куда ты деньги деваешь? На мотоцикл коплю. Молодец. Я ему говорю, дайте мне роль Тартюфа. Я лучше порнов сыграю. А этот мерзавец губами пожевал и говорит, у меня с вами связаны другие планы. Эй, Глаша, Глаша, ну за что такая невезуха? Не расстраивайся, Федь. Ты большой актер, это все знают. У тебя все должно быть хорошо. Ой, Мишка пришел. Ужинать будешь? Нет, спасибо, я не хочу. Ну, а возьми. За фотографию в детском саду получил. Спасибо. Выручил. Приветствую вас, Михаил Владимирович. Приветствую вас, Федор Семенович. Спасибо тебе за приют и участие. Ну что ты, Федя? Ты же знаешь, мы всегда тебе рады. Заходи. У тебя плохое настроение? Что-нибудь случилось? Ничего. Сердишься, что Федор Семенович к нам ходит? Он очень хороший, порядочный человек. У Федора Семеновича неприятности в театре. В каждой избушке. Свои игрушки. Чудак ты, Мишка. Ну что, лучше отца? Зачем ты так? Ну что, спросить нельзя, что ли? И все равно нельзя так. Ты же ее совсем не знаешь. Что ты улыбаешься? На лице что-нибудь? Thank you.
Ничего, провели вечерок. Миш, как чувствовал, отказался. Что, разбили? Разбили. Да. Ты, что ли, постарался? Ну, я. Какая тебе разница кто? Да, покатались. Борис Аркадьевич за это по головке не погладит. Григорий Кузьмич, миленький, ну, придумайте что-нибудь. А что ж тут придумать? Да. Тут Димку жестянщик надо. Помогите нам, пожалуйста. Ладно, завтра позвоню. Ну и когда он придет? Часов 9 будет. А раньше нельзя, а то нам в школу к 8:30. Почему нельзя? 8 часов будет, если надо. Димка, если надо, когда хошь будет. Димок, здесь царапина. Закрасим. А сколько стоить будет? Сейчас прикинем. Крыло, фара, так, покраска, работа. В общем, за все, чтобы вас сильно не обижать. 360. Сколько? 360? Это очень много. Считай, малыш. 70. 50. Покраска сотня. Работа сотня. Ну и 40 целково-скоростные. Не хотите поезжать на Варшавку? 2 недели только в очереди простоите. Да и сделаю тяпля, потом наплачетесь. Да еще справка об аварии спросит. А у меня качество гарантировано, фирма веников не вяжет. Ну, решайте, братцы. Время, деньги. Давай. Будь здоров. Пошли. Ну что, Генка? Мы согласны. Делайте. Сотни задатка нужна. Но у меня сейчас нету. Когда будут? Вечером. Вечером достану. Добро. Техпаспорт и ключи от Дашку замечу. Где мой гараж, он знает. Чтоб к вечеру сотня была.
что делать-то, Генка? Через 3 дня отец с командировки возвращается. Тебе, между прочим, идея в голову пришла. Прокатимся. У папы недавно инфаркт был. Он с машины каждую пылинку сдувает. Когда он должен приехать? 20-го командировка кончается. Сегодня 16-е. Да, полный оттас. Русско-японская война 1905 года показала всю гнилость и чудовищную политическую, экономическую отсталость России. Извините, Яков Павлович, можно? Садитесь. Даже армия, на которую опиралось самодержавие, была поражена коррупцией. Весьма неблагоприятно сложились для России и международные отношения. В то время как Японии помогали крупнейшие государства, Россия осталась по существу изолированной. Очень напряженной была внутриполитическая обстановка. В стране назревала революция. Тем не менее, царь и его окружение все-таки пошли на обострение отношений с Японией, считая, что справиться с ней не составит труда. Некоторые более дальновидные политики царской России выступали против войны, но их не слушали. Рубцов, несмотря на героизм и стойкость русских солдат, армия терпела поражение за поражением. Самодержавие душило национальную культуру, сеяло вражду между народами, поощряло самые дикие формы колониального грабежа. Между тем, различные народы и народности России складывались и развивались в буржуазные нации и поднимались на борьбу за свое освобождение. Если отец узнает, он на стенку рост полезет. Национально-освободительного движения. У матери клянчить придется. Фактор, подводивший Россию. Сегодня вечером сотню задатка надо отдать, а денег не шиша. Куликов, везде процветали воровство, взяточничество, бесчинство государственного аппарата. У меня есть 25, постараюсь достать еще. Строй, без разрушения, спасибо, невозможно мертвому припарке. Куликов, выйди, пожалуйста, из класса. За что? За дверь. За дверь, Куликов. И встань, когда разговариваешь со старшими. А теперь перейдем к рассмотрению хода военных действий. Выгнали? Слушай, ну что тебе надо, а?
Куда он делся? Ума не приложу. Деньги, наверное, ищет. Нет, ну что за идиот, а? Нашли приключение на свою голову. Хотя бы ты утешила, Миш. А утешение – лекарство для слабеньких. А я и есть слабенькая. Как я отцу в глаза посмотрю. Не представляю. А Генка тоже слабенький? Генка? Генка тоже. Это с виду такой здоровый. А характера никакого. Ты что, сам не знаешь? А за что же ты тогда его любишь? А это уж не твое дело, Мишенька. А вот за что тебя не люблю, сказать могу. Интересно. А ты злой. Ну? Нет, ну вообще-то с тобой, конечно, интересно, но трудно. А с Генкой? А Генка добрый, в отличие от тебя. За счет отца? А ты злой за чей счет? А я исключительно за свой. Угу. Ты знаешь, в наше время добреньким приходится плохо. На добреньких воду возят. Вот, возьми, здесь 70 рублей на ремонт машины. Пока. Миш, Миш, подожди! Миш, подожди, ты что, обиделся? Ничуть. Гена, ты ужинать идешь? Спасибо, я не хочу. Случилось что-нибудь? Да нет. В кружке был? Нет. Почему? Ну, не чувствую никакого интереса к этой математике. К чему ты чувствуешь интерес? К этому? Гена. Я устал тебе повторять. Для мужчины важно дело, которое обеспечит будущее, уважение окружающих, принесет какое-то духовное удовлетворение. Я ж тебя знаю, Гена. Ты вскоре женишься, наплодишь мне детей. Как будешь содержать семью? Я на богатой женюсь. Геннадий, мне 49 лет, я директор НИИ, доктор наук. Ты когда-нибудь задумывался, чего мне все это стоило? Ну, ты талантливый, пап, а я нет. Ну, что тут сделаешь? Ох, спохватишься. Будет поздно. Что это за камера? Откуда? Так, взял одного знакомого. Как это взял? Кто это дал? Такую дорогую вещь. Ну, тренер просил. Сказал, что наши прыжки хочет снимать. Придумай что-нибудь поинтереснее. Говорить будешь? Ну, чего говорить-то? Откуда камера? Сказал же тебе, что взял у одного человека. Как зовут? Телефон. Слушай, ну зачем тебе все это, а? Да мне интересно, какой полоумный. Ребята. Ну, что вы в самом деле? Мужской разговор, Леночка. Нужны мне ваши секреты. У меня ужин стынет. Имейте в виду. Ну? Ну, украл. Устраивает? Устраивает. Где украл? В школе, в фотостудии. Зачем?
Деньги нужны были. Я Анькину машину разбил. Каким образом? Прокатились немного. На чужой машине, без прав? Но? Анькин отец сейчас в командировке. Надо чинить, пока не приехал. Ты решил украсть камеру в школе, чтобы продать? Да. Кто посоветовал? Да никто. Гена? Ну, сам я, сам. Молодец. Хорошо голова работает. А говоришь, талантов нет. Открылся талант вора. И наклонности появились воровские. Что ж это все моего сына-то, Господи. А я-то думал, что ты потенциальный неудачник. Ну ладно тебе, без тебя тошно. Тошно? Совесть замучила. Угрызение. Боже мой. Жалкий, ничтожный, бездарный человечишка. И к тому же вор. Ну, ты вор. Ты... Ребята, ужинать. Сейчас. Сколько стоит ремонт? Жестянщик сказал 360. Деньги я дам. Не надей. Одевайся. Отнеси камеру в школу. Сейчас там все закрыто. Завтра утром. Не получится. Почему? Потому что студия закрыта все время. Мне с ним просто повезло. Повезло ему. Ну, получилось так. Гена, ну, положи ее куда-нибудь. Ну, под лестницу сунь. Ну, не знаю, в туалете, в пустом зале. Ты меня понял? Понял. Стоп. Не получится. Ты же у нас потенциальный неудачник. Тебя обязательно кто-нибудь увидит. Позор-то какой, боже мой. Унижение. Избить бы тебя до полусмерти, да боюсь, не поможет, поздно. Да и мать жалко. Одевайся. Зачем это? Одевайся, я сказал. Ну? Чего? Бросай. Ты чего? Она же дорогая, жалко. Бросай, я тебе говорю, хоть на это имей мужество. А может, лучше в школу отнести? И что будет? Дай сюда. Пусть это будет тебе уроком. И никому ни слова. Ребята, у нас ЧП. В школе украдена видеокамера. Может быть, кто-нибудь хочет высказаться? А может, это кто-нибудь из посторонних пришел и взял? Откуда постороннему знать, что в школе лежит камера стоимостью в 1500 рублей? Сергей Матвеевич, кому из ребят вы показывали камеру? На.
Только членом фотоклуба. Я, правда, не помню, кто тогда был. Нет, они не могли. И вообще это ужасно. Ужасно. Как всякое уголовное дело. Почему же сразу уголовное? Ребята, вот что я хочу сказать. Если у того, кто это сделал, хватит мужества признаться, пусть приходит ко мне в кабинет. Я обещаю, разговор останется между нами. Знаете, как договорились. Привет. Ой. Здорово. Здорово. Чего? Ой, даже не верится. Фирма веников не вяжет. Ну что, как договорились? Спасибо вам огромное. А вы бы ее на место не поставили? Другу больше не доверяете? Да? Вот это работка! Здорово, Ген. Здорово. На, возьми, я нашел еще 35 рублей. Спасибо, Миш, не надо. На, держи, здесь твои 70. Спасибо тебе огромное за помощь. А где деньги на ремонт взял? Ну, отец дал. Отец? Чё-то такого-то. Спасибо. Если что, обращайтесь. Ну, привет. Генка! Ты настоящий мужчина! Скорее же, папаша его. Настоящий мужчина. А чё, мужик, что надо? Хотел бы я посмотреть. Как бы он заплясал, если бы денег на ремонт не оказалось. И что бы сделал тогда ты, настоящий мужчина? Все вы настоящие на чужом горбу. Слушай, что-то не пойму я тебя. Ты чего? От зависти, что ли, иссох уже весь? Хватит! Друзья детства огавкаете, как я не знаю кто! Ну какие друзья? Просто одноклассники. Ходит по детским садам, трешки сшибает. А гонору, как у академика. Ну ты тоже академиком никогда не станешь, даже если папаша за институт заплатит. Только платить придется подороже, чего? Чем за институт. Ребята, перестаньте, да вы что, с ума сошли? Генка! Генка, перестань! Мишка, отойди! Да, слышишь? Иди отсюда! Догони! Извини, слышишь, сейчас же! Да пошел, у нас за людей не считает. Правильно Мишка говорит. Папенькин сынок! Да пошли вы, чистоплюй. Я так старалась, так старалась. А режиссер прошел и не поздравил. Ой, Люба, милая, ты замечательно сегодня играла. Сумс, ты самый добрый человек на свете. Понимаешь, Глаша, я героиня. А мне дают комические роли. Все это так, но уж больно пьеска ерундовенькая. Перестань, Федя. Ой, а что он на банкете говорил? Что он говорил? Что ты говорил? Автор уклонился, обниматься лез, поздравлял. Я его обожаю. То он на банкете. А сейчас мы в кругу друзей, и могу сказать откровенно, пьеска фальшь и словоблудие. Да? А что ж ты к главному бегал и роль вымаливал? А к главному бегал, потому что уже полтора года в простое. Ничего не играю, не хуже меня, знаешь, каково это. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Золотое тебе сердце, Аглая, спасибо.
Дай Бог тебе счастья и всего-всего. Откуда имя такое странное? Аглая. Почему странное? С греческого означает блестящее, светлое. Солнце! Отец мечтал, чтобы я стала артисткой. Три раза в театральный заставлял поступать. Тогда до самой смерти не смирился, что я простая гримерша в театре. Да ты же самый лучший в мире гример, Глашенька. Ты же художник, талант. Ну что ты. До свидания. Пока. Всего хорошего. Счастливо. Ну что, 100 колов? Сколько? 100. Не пойдет. Да, Серый, ты что, ошизел, что ли? Это нет. Что, мой предок зазря там в загранке доллары сушил? Я тебе говорю, 100 колов и баста. Ты усек? Козёл. Давай до после школы, а? Давай. Аки? Факи. Ань, подожди. Отстань. Еще скажи, что тебе из-за меня пришлось пострадать. Ну, кто созрел сегодня для ответа? Смелее, добровольцы. Рубцов, ты что это место жительства сменил? Из-за чего хоть поссорились? Ну, все примитивно, а просто, Яков Павлович. Ну, как вам сказать? Неисповедимы пути любви. А, ну да, l'amour de trois, Ген. Отдали бы ее мне и дело. В чем дело, Куликов? Опять удалить тебя из класса? Могу выйти, теперь хоть знаю за что. Дебил и не лечится. Закрой пасть! Ну-ка, петух, иди-ка к доске. Бедолага. Миш, ну ладно, извини. Но друзья мы или нет? Были друзья. Слушай, ну только не надо в бутылку-то лезть, а? Миш. Ой, Мишель, что бы я без тебя делал? Слушай, у меня даже самочувствие плохое, когда я с кем-нибудь поругаюсь. Поговори с Анькой, а? А то она что-то фыркает, как кошка. Ты что, не можешь, что ли, без ней? Вообще-то могу. Вообще-то не могу. А ты? А чё я-то? Я запросто могу. Ладно. А чё ты её клеишь-то тогда? Я клею? С чего ты взял-то? Правда? А какой мне смысл врать? Не знаю. Ну, поговоришь тогда, а? Ну, ладно, ладно, поговорю. Вот вечно ты так, сам сначала натворишь, а потом другим за тебя расхлёбывать. Ну, сейчас опять поругаемся. Слушай, пойдем лучше ко мне, а? Видео посмотрим. Отец новые кассеты принес. Не могу. А что, опять детский сад?
Ты извини, Ген, но к тебе не пойду. Ты что, опять из-за отца, да? Слушай, ну чем он тебе не нравится? Долго рассказывать. Миш, ну ты правда на него бочку зря катишь. Он ничего, мужик, все понимает. Извини, но я его не люблю. Ну, опять понесло. Ну, хочешь, тебе скажем, какое? Да ладно, Ген, что там, все нормально. Пока. Слушай, это я камеру взял. Как ты? Ну так. Я все голову ломал, как денег достать. Когда из класса выгнали, я случайно в вашу студию зашел. Ну, сам не знаю, как это все получилось. А отец узнал. 2 часа меня допытывал. А потом камеру в пруд кинул. Денег дал. И матери ни слова. Железный мужик, ты говоришь. Знаешь, другой бы на его месте. Миш, ты чего? Ничего. Чего? Ну, чего ты на меня так уставился? Ничего. Ну, украл. Подумай, школа не обеднеет. Миш! Слушай, ты только никому, а то мне труба. Да нет, товарищи, успокойтесь, успокойтесь. Товарищи родители, я прошу потише. Пожалуйста, потише. Успокойтесь. И все-таки я не могу поверить, что наши дети могли сделать это. Я ведь не говорю, что именно наши, то есть, извините, ну, ваши ребята украли камеру. Мы говорим, как вообще такое стало возможным в школе. Ну ведь посмотрите, в чем они ходят в школу. Ну вы, как родители, об этом подумали? Господи, ну что тут такого? Да, страшного ничего нет, но не у всех ведь есть возможности. Они уже соревнуются, завидуют друг другу. Да, вот именно. Вот именно и завидуют, и соревнуются. Вы знаете, вот мне лично, мне просто надоели постоянные нужды моего сына. Папа блузон, папа комбинезон, папа джинсы бананы, папа ананасы. Да, да. А вот те фирменные джинсы, которые лежат на прилавках универмагов, их уже не устраивают. Они уже не модны, оказывается. Но это скорее претензии к легкой промышленности. Так вот отсюда они и фарцуют, между прочим. Деньги мы им сами даем, и даем постоянно. Жирно жить стали, на всем готовом. Вот и имеем то, что имеем. Серафима Васильевна, я просто не понимаю, почему мы должны жить плохо. Товарищи! Ну, товарищи, давайте в конце концов поговорим о деле. Да, вот вы, например, товарищ Кузнецов, вы знаете, что ваш сын прогуливает занятия? О! Не знает. Миш, ну что, идем? Да я маму дождусь. Как обещал. Какая свобода? А эти подбритые виски, а этот железобетонный танец, как это он называется, металлический рок. Ну и что, пройдет? Да что это, самоутверждение? Ну, надо попробовать. Ну, попробуем. Да, все правильно. Правильно, хорошо рассуждаем, товарищи родители. Но давайте разберемся, кто виноват. Мы или не мы их такими сделали? Или что, опять на школу и улицу будем валить? А может быть, мы напрасно паникуем? Вспомните, ведь в детстве мы тоже были не очень покладистыми. Интересно, если мать так рассуждает, чего ж мы можем ждать от сына? Мне неудобно говорить, товарищи, но влияние вашего дома, вашей семьи,
на моего сына. Не понимаю, о чем вы? Да все вы понимаете. Мой Геннадий несколько раз возвращался домой за полночь. Говорил, что был у вас в гостях. Ну да, бывает. У меня иногда друзья собираются, артисты. Вот-вот, актеры, выпивки, всякие другие вольности. Какие вольности? Я не обыватель. Но ведь недаром в народе про артистов такое говорят. Как вы можете? Как вы можете такое говорить? Валерий Юрьевич, вы все истоки дурных влияний ищете. Да вот они перед вами, налицо. Да вы что? Да вы что? Как вам не стыдно? Какие-то бабьи сплетни. Как все это мерзко. Не надо меня стыдить. Я знаю, что говорю. Да, мама. Спокойной ночи. Генки нет. А мне с вами надо поговорить. Ну, говори. Только побыстрее, мне некогда. Не, мне нужны деньги, Валерий Юрьевич. При чем здесь я? А при том, что вы мне их дадите. 500 рублей мне надо. Ты ошалел, Рубцов? Я ведь по шее могу дать. Можно и по шее, но деньги вы мне все равно дадите. К тому же 500 рублей не такая большая сумма. Камера, которую вы зашвырнули в пруд, стоила в 3 раза дороже. А если я расскажу об этом в школе, вам эта история еще дороже встанет. Там сейчас даже милиция следствие ведет. Ты рехнулся? Какая камера? Нет никакой камеры. Это все легко проверяется, Валерий Юрьевич. Там лестница дно песчаное, и водолаз сразу найдет камеру. Представляете, какой будет скандал? Мерзавец. Может быть, но не больше мерзавец, чем вы, когда вы оскорбляли мать на собрании. Или уже забыли? Еще раз только попробуй тронь ее. Вот в чем дело. Ладно, я пошел. Всего хорошего. Подожди. Сейчас деньги принесу, негодяй.
Здесь нет 500. А сколько тут? 450. В доме больше нет. В сберкассу надо идти. Ладно. Надеюсь, будешь молчать? За остальными зайду через неделю. Ты что, спал, что ли? Мы же к Масику на день рождения собирались. Забыл, да? Я не пойду. Видала, Ань? Ну и кто он после этого? Да подожди, Ген. Ты что, заболел? Заболел. Извините. Что с ним? Да, вечно со своими фокусами. А мне кажется, он ревнует. Кого? Меня. Да ладно, он мне сам говорил, что ему безразлично. А ты? Чего я? Тебе я тоже безразлична. Ты что, про любовь, что ли? Да. Ну, вообще, сказать по правде, ты мне нравишься. Нет. Двенадцатый час. Где он шляется? Кажется, говорил, что пойдет на день рождения. Кажется. Что тебе всю жизнь все кажется? Сына Болтуса прочет, ей все кажется. Что с тобой, Валерий? Тебе только сегодня стало понятно, что твой сын Аболтус? Ладно, не строй ты тоже себя светскую даму. Ей-богу. Не хами.
Ты из него математика хочешь сделать, он просто хороший парень. Что-нибудь случилось? На работе? Что на работе? Я тебя, Геннадий, говорю. Ой, доктором наук он не будет, не волнуйся. Кем он будет? Лжецом и вором. Каким вором? Каким вором? Это так, к слову. До этого, слава богу, еще не дошло. Пойдем спать. Иди, иди. Иди, лапонька, я подожду. Надо верить чуду, говорите всюду, 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 всюду. Не забуду или нет, буду, 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 буду. Если очень хочешь, своего добьешься. Чего ты не спишь? В мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Буду верить чуду, буду, 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 всюду, всюду, всюду. Здравствуйте. Можно войти? Да-да, пожалуйста. Спасибо. Я, извините, приболела? Ничего. А Аглая? Антоновна. Антоновна. Геннадий, два дня не был дома, не ночевал, сейчас тоже нет. Он не у вас? Нет. Боже мой, что-нибудь стряслось? Долго объяснять. Да-да, понимаю. Ну, разденьтесь, нет, чаю хотите? Нет, нет, нет. Вы должны торопиться. Извините. Да, еще. Там родительское собрание. Вы же меня извините. Простите великодушно. Да ну что вы. Я уже забыла, и вспоминать-то не стоит. Ну, погорячились, с кем не бывает. Ну, может быть, все-таки чаю? Нет, 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 нет. Аглая, Антон. Антон. Этот Мишин визит ко мне. Я думаю, он больше не повторится. Какой визит? Видите ли, сам Михаил вряд ли решился бы на такое. Кто-то ему посоветовал. Валерий Юрьевич, вы каким-то загадками говорите. Не хотите, чтобы Миша ходил к вам? Он не будет. Не беспокойтесь. Ну, еще раз извините. Поправляйтесь. Опять Амур, да? А уроки? Слушайте, Страфан, иди отсюда. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Девочки, за мной. Поехали, поехали. Ген, мне домой пора. Может, пойдем ко мне, погреемся?
есть хочется ужасно. Ну ты что, вот так и будешь сидеть? Так и буду. А ночевать будешь в котельной, да? Ну слушай, может, к Мишке пойдем? Ну что? Отец. Что ты тут делаешь? Гуляю. Пошли домой. Не пойду. Почему? Потому что я не люблю, когда меня бьют по лицу. Я не мальчик. Ты не мальчик. Ты трепач. Ты рассказал своему другу Мишке про кинокамеру. Он, кажется, твой друг. Что? Про какую кинокамеру? Про кинокамеру, которую мой сын украл в школе, чтобы продать и заплатить за ремонт, кажется, вашей машины. Ничего не понимаю. Как? А вот так. Я просил никому не говорить, а он протрепался. Ну и что? А то, что твой друг приходил и требовал денег. И даже угрожал, что если я не дам 500 рублей, он обо всем расскажет в школе. И я эти деньги дал. Это неправда. Это правда. Генка. Ну, гад. Как вам только не стыдно. Как чувствуешь себя? Спасибо, лучше. Сегодня Люба позвонит. Хочет посоветоваться. Говорит, что придумала интересный грим. Как прошел спектакль? Михаил сказал, что нынче я играл превосходно. Федя, ты всегда играешь превосходно. Ну, мойте руки, сейчас буду вас кормить. Эй, Гарри-Гарри. Миша, открой голову. Ты не знаешь, куда Генка пропал? Пропал? Я его сегодня видел в школе. Ну и слава богу. А ты знаешь, приходил его отец. Он меня обхамил на родительском собрании. А сегодня извиниться решил. Все-таки заела его совесть. Совесть? От страха, небось, штаны мокрые. Почему? Он трус, сильный со слабым. Генка камеру в школе украл, а он взял и утопил ее в пруду. Думал, что все сшито-крыто будет. А Генка мне про это рассказал. Ну, я и придавил его отца. Генка украл? То есть, как это украл? И что значит придавил? А пришел к нему и сказал, гони 500 рублей или расскажу про все в школе. А он даже вспотел весь от страха. Зачем ты это сделал? Ну, я отплатить ему хотел. Пусть знаешь, что... Ну, я же все тогда слышал, как он оскорблял тебя на родительском собрании. Ой, какой ужас. Да, Михаил Владимирович, а ты, оказывается, подлец. А вы не лезьте не в свое дело. Вы кто такой? Я? Я друг твоей матери.
и старше тебя. Миша, ну разве я когда-нибудь учила тебя этому? Чему? Чему? Подлости? Я лучше пойду, мам. Нет, брат. Не пущу. Ты с матерью не договорил. Ты думал, защитил честь матери? С камерой разберутся, и деньги ты вернешь, не в этом дело. Ты поступил подло. Ладно, я подлец. Ну, я хоть подлеца наказал. А вы? А вас ноги вытирают, а вы делаете вид, будто ничего страшного не случилось. Ну, вас гордости не хватает ответить. Но ничего, со мной такой номер у них не пройдет. Думаете, мне эти деньги нужны были? Думаете, я из-за денег к нему пошел? Вот они. И мне плевать на эти деньги, мама. Я за тебя отомстил. Я не знаю. Может быть, я плохая. Может быть, я неправильно воспитывала тебя. Но я никогда, слышишь, никогда не учила тебя отвечать подлостью на подлость. Потому что это низко. Это недостойный человек. Подлецам отвечать надо. Пусть они всегда знают, что получат, по крайней мере, от меня. Может, возьми эти деньги и отнеси их Генкиному отцу. Никогда. Хорошо. Тогда я сама отнесу их. Нет. Да. Я тебя жду на нашем месте. Ты меня понял? Но ты стой! Предатель. Наставничек. Я-то тебе верил. Ты трепло. Подходи. Слышишь? Ты чего, Миша? Я сказал, не подходи.